Смешные эти бульдоги. Это он вышла подружить с Лириком. 5 минут назад она просилась домой. Через 2 минуты попросилась опять. Вот характер. А этот Марсик просится в дом, чтобы потом... Все. Ему надо проникнуть в дом, чтобы через 1 минуту быть выпровоженным. Вот что ты будешь делать? Ты сейчас будешь фыркать, хрюкать, грюкать. Называется тасоваться. Больше 5 минут я его не выдерживаю. Ну еще с Миркой, ладно, там куда ни шло. Один он пойдет проверить вкусняшки. Потом мне это надоест. Его хождение блонда не е. И я ему предлагаю. Его не видно там. Покинуть дом. Пошел в гараж проверить. Что там? То есть гараж, подвал. Заговорился. Марсик, вкусняшки я перенес поближе к выходу, чтобы вас выпроваживать. Пойдем. Выходи. И вот он целый день. Вот это кубление. И вечер, и днем. Это значит, Рада просится выпустить ее. Потом просится запустить ее. Эти заскотили он. И опять уже выходить. А что вы так? И чаю не попьете, да? Знаете, хоть вам вкусняшек дам. Выпровожу вас. Знаете, тут любовь крутит. Это такой круговорот лириков, бульдогов. И доков. Все, нагулялась. Все? Лерочек, ты в дом хочешь? Зайдешь? А? Нет, он не зайдет. Сейчас к тебе выйдет скоро Рада. Сейчас, через 2 минуты она потасуется здесь в доме, потом сядет и будет опять мыть, выпустить ее. Буквально для этого понадобится 2-3 минуты. И так весь вечер. Вот мне Алла присылает, какие концерты ей там устраивает Лаки. А тут у меня 4 актера таких. Ну, а я вот здесь поставил на паузу рекламу. Буду проверять комментарии, наблюдать за этими актерами. Каждый что-нибудь да отчебучивает вечером. Вот мы уже у двери поскуливаем. Иди. Давай. Выходи. Лирик, ты ждешь? Сейчас выйдет. Ну что, пойдешь к Лирику? Рано еще. Всего 3 минуты. Иди. Иди. Не знаю, откуда. На распутье. Прошу. Сюда не хочу. А что ты хочешь? Сама не знаешь, чего. Я понимаю, интерес вот к этой тумбочке у них один. Здесь хранятся вкусняшки. Конечно, они издают запах. Будешь? Вот это и все. Оказывается, ларечек просто открывался. Открываешь, даешь вкусняшку. И мы перестаем скулить, да?
через 5 минут опять будем скулить. Так, пока не уляжется спать. Все, успокоилась. Неужели тишина в доме? Я могу пойти и проверять комментарии. Аж не верится. Ой. Все, угомонилась? Так, Марина Ядигярова пишет. Кристина Тайлер, Любовь Ульянова. Ну что, иди. Давай. Рада. Надулась. Покритиковал ее. Все. С характером. Ладно, а мне надо отвечать на комментарии. Марина Мещерякова пишет. Алла Пустовит. Светлана Симутина. Алина Равинская. Светлана Шагланова. Александра Юрьева. Наталья Натальевна. Галина Галиновна. Людмила Морозова, Дарья Александровна, Марина Залкаева, Йоси Влади, пишет, Таня Нефедова, Любовь Скороходова, Светлана Симутина, Ирина Артемова, Ирина Дулепова, Наталья Семенова, Наталья Натальевна. Это я только кто сейчас у меня на экране. Вера Кольчугина. Биг Бер. Светлана Симутина опять. Люда Сень. Маргарита Иванова. Алла Рижская. Елена С. Алексей Ермаков. О, сколько, видите? Опять. Леля Филина. Дария Цукаускайна. Цукаускайна. Ну, это трудно прочитать, конечно. Но я, видимо, неправильно читаю. Ну, пусть меня поправят, если что. Вот так мы вечером и проводим вечера. Я проверяю комментарии. Ольга, Наденька, Наталья Натальевна, Алена Плотвина, Никита 44, Ирина Осипова, Людмила Куринова, Ирина Артемова, Розия Романчук, Кемени Йозеф, Елена С., Эдуард Жирецкий, Людмила, Птица Феникс, Александра Юрьева, Алена, Коляда Светлана, Зака Броза Киев, Галина Кичко, Любовь Скороходова. Ой, сейчас как дойду, я знаю до кого, так и выключу. Ольга Кульманова, Лилия Макарова,
Алина Равинская, Дарья Александровна, уже пошел повтор. Я знаю, кого я ищу. Людмила Куринова. Все, ушла моя. Татьяна Титова. Ну, земляне. Фаина. Галина Миколайчук, Роман Ренька, Светлана Шагланова. Ну, как вы думаете, кого я ищу? Все, заныло, заскулило. Сейчас, как найду, так скажу. Ольга и четыре красотули. Александра Юрьева. Так, Светлана Желудкова или Желудкова. Екатерина Лукьянова. Евгений Малинин, Наталья Семенова, Рита Амелина. Рада, перестань. Лариса Кулага, Наталья Чернышова, Андрей Кок. О, земляне. Не видать. Марина Мещерякова, Тамара Истомина, во, кого я искал. Ну вот на этом я ролик и закончил. А она, наверное, в это время стихи сочиняет. Тамара Истомина. А это вот у нас певица. Вот она, уже сидим. Пустите нас к моему любимому. Иди. Выходи. Выходи, что сидишь? Вот он, женишок. Может, ты зайдешь, Лерок? Заходи. Заходи, дверь открыта. Нет. Не пойдет. Ну, тогда получи компенсацию. На. Все? Любовь закончилась? Пойдешь спать? Пошли. Иди. Давай, прошу. Забирай ее. Быстро иди спать. Быстро. Кому сказали спать? Быстро. Вот, когда Виктория так крикнет, она тогда перестает коломутиться. Ложись, и нечего вздыхать. Чуешь, что мать каже? Спати. И всем спокойной ночи, кто нас смотрит.